Ну вот казалось бы, да, конец октября. Октября, да? Октября. Все путаю, октябрь и август, ё-моё. Конец октября. Вот какого хрена мы горим? Вопрос, блин. Уже зима, ёлки-палки почти. Ну что, господа, welcome на очередной ремонт. Холодильник Samsung не холодит, вернее, периодически холодит, периодически нет. Что мы видим? Инверторный борт. Ошибка пятая. Кстати, пятая по Samsung почему-то не написано, только 4 сигнала. Вот, в итоге, вот он, приборчик пригодился. Правда, есть один изъян, не показывает ток и напряжение. Тут или замена прибора, или, может быть, придется его открывать, смотреть, может, там что-то во время транспортировки, может быть, этот проводок какой отвалился. Поэтому у меня для этих целей есть вот такой вот приборчик. Видно, да? 2,5 ампера. Компрессор, причем запускается. Первый раз запустился вообще идеально. Я без измерителя тока его запускал. Вообще тихо, да, работает? Классно. Вот я сейчас убавил частоту, практически не слышно. Запускаю. Видите, что как запускается? То есть я вывел на максимум частоту, он подергался, подергался, и потом запустился. И ток, пожалуйста, 2,8 ампера. Говорит, о чем? К сожалению, компрессору хана. Вот. Без прибора, конечно, было бы сейчас, ну, как говорится, на удачу продавать компрессор, а может быть, он и рабочий. Хотя, когда первый раз его запустился, вот этого объедения, вот этого не было. Он так тихонько, плавно запустился, еще так удивился, думаю, блин, что тогда получается, контрольный борт, что ли, инвертор. А вот второй раз, когда пришел, через этот включил только измерение, начинаю запускать, вот такая картина. Его долбит, 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 долбит. Вот и все. И ток огромный, видите, 2,56. Это как раз и говорит о том, что компрессору хана. Вот, пожалуйста, нужная вещь. Прям очень нужная. Ну что, ребят, в общем, Samsung не продался. Компрессор дохлый, компрессора нет в наличии прямо здесь, в этой эре. То есть где-то откуда-то надо будет его заказывать. Я так порыскал, где-то там на eBay нашел. Потом еще на одном сайте нашел. Что-то цена примерно там 380 баксов, где-то так. Плюс таксы, плюс доставка за 400 с лишним выйдет. Себестоимость компрессора. Фильтр, ну фильтра у меня есть, Drain фильтра эти. Замена тоже я как бы и выставил, вроде не сильно много, но там все равно за штуку вышла цена. Холодильник 2009 года, поэтому не было смысла большого уговаривать. Тем более там или китайцы, или корейцы, они такие люди, они как бы дорогие ремонты не любят однозначно, не покупают практически никогда. Что индусы? Индусы там, они еще как бы это, они любят сделать подешевле и поторговаться. А корейцы, ну корейцы не знаю, а вот китайцы, они в основном сразу просто отказываются и все. В этом случае то же самое, то есть просто отказали, сказали купим новый. Я им сказал, говорю, ребята, только покупайте не дешевые, потому что, я говорю, они не очень хорошие и работают очень там, ну, год, полтора, два максимум начинаются проблемы. Этот холодильник 2009 года, то есть им 15 лет. Вот первый ремонт за 15 лет, то есть офигенно. Вот. Так что вот так вот. А я поехал в город Рейдинг. У меня там сейчас тоже холодильник вроде, не помню. Надо будет посмотреть. Ну, бог знает, какая разница, апплайнс какой-то, в общем. Вот, и потом еще будет у меня доделочка одна тоже в той стороне. Пока что все. Ехать мне до этого заказа 1:15 примерно, поэтому я поехал, в общем. Дай бог, может, еще там увидимся, посмотрим. Может, поснимаю что-нибудь. Вон они как поют, птички.
Не знаю, тут машины ездят тоже громко. Дорога рядом здоровая. Но все равно. Я, кстати, на почту приехал. В Рейдинге вон какая почта офигенная. Блин, реально классное такое большое здание. Там целый терминал этот. Расфасовки и так далее внутри. Офигеть. Сейчас поеду в Андерсон. Еще один это. Заказ доделочка к деду. Шлангочку поставить надо на вошере. И вроде все, пока на сегодня. Окей. Ну что, господа, все, я закончил на сегодня. Заехал к деду, сделал машинку, все проверил, там еще немножко с драйером, с вентом поработал, чуть-чуть буквально. Все, в общем, я сегодня, в принципе, все успел. Сделал все заказы, плюс заехал еще, отправил письмо на почту, плюс заехал еще в банк. Вообще хорошо все. И сейчас до дома где-то часик ехать, 1:02 пишет, где-то так. Так что все, поехал я до дома, до хаты. Всем привет!